Вот сейчас мы находимся в круглой комнате, как бы основная комната, где император высокопоставленных особ Тверской губернии принимали здесь и проводили какие-то совещания, заседания, ну и обговаривали, будем говорить, насущные дела. Значит, эти комнаты в последнее время были использованы просто работниками станции, то есть, ну, не были предназначения, их было просто обыкновенно бытовые помещения. Значит, на сегодняшний день здесь воссозданы все по старинным эскизам, по рисункам, чертежам, значит, воссозданы все и полы, и стены, и в том числе вот мы здесь видим камины. Один из каминов у нас на сегодняшний день даже уже в работающем состоянии, то есть мы можем его использовать при необходимости, конечно. И стены, вот обои мы видим, да, это красивые, с золотым оттенком, ну, своды, все это лепнина, арки, выполненные оконные, дверные заполнения. Все как бы предназначалось, то, что было, это была часть вокзала первого класса. Здесь были оконные заполнения, дверные заполнения из дуба. То есть это сегодня, на сегодняшний день исполнено в тех же чертежах, в тех же эскизах и в том же варианте, как они были и изначально. Ну, в том числе мы видим здесь отопительные приборы. Конечно, их в то время не было, вокзал отапливался печным отоплением. Но вот сегодня мы просто под старину как бы тоже установили отопительные радиаторы. Немножко с изыском таким, да, под старину и под подходящий, под существующий вот ныне сейчас интерьер. Ну, конечно, здесь и освещение, бра настенные и потолочная люстра. То есть выполнены тоже по старым эскизам нашими тверскими, на нашем тверском заводе тверскими мастерами. В существующих комнатах императорских покоев будет создана музейная экспозиция. И наши гости города и жители также Твери могут посещать организованными группами людей, ну, то есть и студенты, и школьники. Ну, так же самое и, как бы, и частные могут быть посещения. То есть не... мы планируем такую услугу оказывать. Сейчас мы находимся уже вновь сделанном помещении, это будет зал повышенной комфортности. Пользуясь случаем, как раз хотел бы пригласить жителей города и наших гостей нашей области и города воспользоваться этими услугами. Значит, зал повышенной комфортности, он будет, конечно, платный, но где мы можем предоставить за эту плату, значит, это и кофе, чай на выбор, там, ну, конечно, с какими-то бутербродами, закусочкой. Ну, здесь будет кондиционирование выполнено, телевизор, значит, бесплатный доступ к Wi-Fi, значит, мягкие кресла, где могут пассажиры и пресса, значит, детский уголочек вот у нас здесь имеется, здесь будут раскрасочки, карандашики, фломастеры, там кульман вот есть для детей порисовать мелом. Ну и в том числе, конечно, пассажиры этого зала могут воспользоваться, то, что мы говорили, да, и посещением императорских комнат. Мы находимся во втором зале ожидания. Это большой зал, который также был предназначен для пассажиров. И в этом зале, правда, действительно не будет пригородных касс, ну, как это и раньше было. Кассы у нас остаются в том зале, в первом, который мы сдали уже год назад во временную эксплуатацию. Здесь будет буфет, где пассажиры могут получить какие-то, приобрести сопутствующие товары с собой в дорогу, ну, в том числе кофе, чай, какие-то закуски холодные. Не холодные, горячие. То есть здесь будут горячие. Разогреть можно будет и покушать дорогу. Значит, ну, этот зал будет оборудован креслами для сидения. Ну, не мягкие, а обыкновенно трехместные секции. Здесь будет установлено еще информационное табло прибытия и отправления поездов. Ну и для досуга как бы будут установлены мониторы, телевизоры. Мы видим колонны, о которых многие жители города пишут, что у нас их где-то увезли, спрятали, потеряли, сдали. Значит, хочется сказать, что ничего подобного не происходит. Значит, колонны отреставрированы. И уже, как мы сейчас видим, 22 колонны с этой стороны у нас установлены. Идет монтаж конструкции навеса. Навес будет принципиально новый. Это уже мы видим здесь, да, металлические конструкции с современным водоотводом, снегозадержанием для предотвращения падения снега на путь. Значит, и в том числе, конечно, здесь у нас стоит 22 колонны с
со стороны первого пути также будут установлены 22 колонны. И исторически на всех, весь периметр вокзала был закрыт полностью всем навесом. Значит, и сейчас отлиты уже еще 12 новых колонн, которые будут стоять на закруглениях со стороны московской стороны и с Санкт-Петербурга. И также будет восстановлен там навес. И вся будет здесь также навигация, информационное какие-то табло, электронное табло, расписание отправления, нумерация платформ, ну и в том числе и навигация на вокзал, кто где что находится и так далее.